первые послевоенные десятилетия – время бурного развития средств противовоздушной обороны. Как показал опыт региональных войн и военных конфликтов, в первую очередь война во Вьетнаме, туда, где работают зенитно-ракетные комплексы противника, боевым самолетам лучше не соваться. Авиация начала прижиматься к земле. Какое-то время эта тактика приносила свои плоды. Радиолокационные станции слишком поздно обнаруживали низколетящие цели, и времени на то, чтобы их уничтожить, как правило, не оставалось. Это подтолкнуло ВПК различных стран мира к созданию зенитно-ракетных комплексов малой дальности. В 70-х на вооружение советской армии был принят ЗРК «ОСА». Этот комплекс может довольно успешно бороться с целями, летящими на малых высотах. К середине 80-х был разработан и принят на вооружение универсальный ЗРК «ТОР», способный защитить себя и свою зону ответственности не только от самолетов и вертолетов, но и от крылатых ракет и управляемых бомб. «ОСА» спроектирована для борьбы с низковысотными целями. Диаграмма обнаружения, она имеет так называемый изовысотный характер. То есть вот обрезана по высоте, и дальше она прижата к земле. Вот эта высота у «ОСА» порядка 5 километров. Диаграмма обнаружения «ТОРа» имеет характер лучей. Там имеется 8 диаграмм, которые охватывают все пространство по углу места или по высоте. Первые «ТОРы» были одноцелевыми. Но уже в 1991 году был принят на вооружение модернизированный вариант этого комплекса. Основной вариант ЗРК «ТОР-М1» размещается на гусеничном шасси. Здесь имеется все, чтобы вести автономную борьбу с воздушными целями. В состав комплекса входят две радиолокационные станции – станция обнаружения и станция наведения. Первая РЛС определяет азимут, дальность и высоту цели. Вторая станция использует эти данные, производит захват цели и ее сопровождение. В «ТОРе» применена специальная антенна, так называемая фазированная решетка, которая позволяет одновременно захватывать и сопровождать две цели, что позволяет за полсекунды перейти от обнаружения цели к ее сопровождению. Выключенный комплекс может быть приведен в полную боеготовность всего за 3 минуты. В случае необходимости есть также форсированный режим готовности – 2 минуты. В пусковой установке находится 8 ракет. Стартуют они вертикально, затем склоняются в нужном направлении и наводятся на цель. Между залпами проходит всего 4 секунды. За одну минуту комплекс способен поразить на разных дистанциях до 8 целей. Основная задача «ТОРа» – защищать от авиационных и ракетных ударов войсковые колонны на марше, аэродромы, мосты. «ТОР» предназначен и для защиты своих старших собратьев, более мощных зенитно-ракетных комплексов, например, таких, как знаменитый С-300. Конечно, этот комплекс и сам может уничтожить эту ракету, но экономически это очень невыгодно, потому что стоимость ракеты «ТОРа» во много раз меньше, чем стоимость ракеты большого комплекса. Комплекс может работать автономно и в составе батареи из 4 машин. В этом случае предусмотрен батарейный командный пункт. ЗРК «ТОР» весьма мобилен. Его можно транспортировать и по воздуху, и по морю, и по железной дороге. Он и сам передвигается довольно быстро. По шоссе со скоростью свыше 70 км в час, по бездорожью около 30. Искать цели «ТОР» способен прямо на ходу. Короткая остановка, и можно произвести залп. ЗРК «ТОР» пользуется спросом на мировом рынке вооружений. Несколько установок уже продано в Китай и в Грецию. Внимательно приглядываются к нему и другие потенциальные покупатели. Во время Олимпиады греки поставили «ТОР» на охрану Афин и всех олимпийских объектов от возможных налетов террористов. Мы знаем об испытаниях «ТОРа» в Китае.
Эти испытания превзошли даже наши ожидания. Было пущено 12 мишеней, и на их поражение было в одном случае использовано 13 ракет, а в другом случае 12 ракет. Возможности модернизации ЗРК «Тор» огромны, и работы по его усовершенствованию ведутся непрерывно. Непробиваемый зонтик ЗРК «Тор» в состоянии надежно прикрыть атомные электростанции, химические заводы и другие жизненно важные объекты.